Но Дэмон имеет невероятно богатую историю и является одним из самых старых рынков Сеула. Появился он в корейской столице еще в 15 веке. Большие и маленькие магазины, а также более 9000 традиционных лавок, внешний вид которых практически не изменился с течением времени, встречаются буквально на каждом шагу. А также имейте в виду, что цены на многие товары здесь значительно ниже, чем в корейских супермаркетах. Кстати, найти это место очень просто. Одноименные ворота и небезызвестная станция метро Хвихён вам в этом помогут.